Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня речь пойдет о телевизоре Samsung UE50TU700U. В описании к видео вы найдете ссылки с актуальными ценами на этот ТВ. Я надеюсь, что обзор вам понравится, и вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. А если хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, то рекомендую включить колокольчик. Диагональ экрана 50 дюймов, разрешение 3840x2160, подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Дисплей Crystal. Погрузитесь в изображение с высочайшим качеством цветопередачи. Высочайшее качество изображения. Процессор Crystal – это мощный двигатель, который обеспечивает опыт просмотра на совершенно новом уровне. Оцените реалистичность изображения в формате 4K UHD. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD TV, который содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с Full HD. Еще больше деталей в каждой сцене. Потрясающая детализация. Технология High Dynamic Range HDR расширяет воспроизводимый на экране диапазон цветового спектра, благодаря чему вы видите мельчайшие детали изображения даже в самых темных сценах. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента UHD с данной модели 210 сантиметров. Тонкий и элегантный безрамочный дизайн не отвлекает ваше внимание от изображения на экране. Минималистичный дизайн телевизора и отсутствие рамки со всех четырех сторон устанавливают новые стандарты для телевизоров. Теперь вы сможете испытать настоящий эффект погружения в происходящее на экране. Телевизор оснащен системой скрытых проводов, позволяющей спрятать соединительные кабели в подставку. Это позволяет устранить проблему запутанных кабелей, и их вид не будет портить дизайн вашего телевизора. Размеры телевизора 112 см в ширину, 65 см в высоту, толщина 6 см, вес 11,4 кг, цвет титан грей. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200×200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход – Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр, достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth версии 4.2. Получите максимум от просмотра ТВ, теперь еще умнее, с интерфейсом Smart Hub и универсальным пультом One Remote. Весь нужный контент уже у вас в руках, от легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра телевидения. Поддержка AirPlay 2. С помощью AirPlay 2 вы впервые сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу на большой экран любимого Samsung Crystal UHD 4K TV. Проигрывание видеороликов, музыки, фотографий и не только. Легко. Когда речь заходит о качестве звука в бюджетных телевизорах, не стоит ожидать слишком многого. Встроенные пары динамиков вполне достаточно для домашнего использования. Телевизор звучит неплохо, голоса воспроизводятся четко. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы пользователей и выделил отрицательные. Телевизор не оснащен кодеками DVX и X-Vid. Видеофайлы не получится посмотреть ни с флешки, ни с DLNA сервера. Обычный пульт с кнопками. HDR для видео нет. Есть шим, но можно настроить. Греется задняя панель. Нет голосового ассистента. Tizen не юзабельная операционка. Некоторые приложения отсутствуют в магазине приложений. Теперь расскажу о положительных отзывах. Бюджетная модель. Обалденный безрамочный дизайн. Отлично работающий смарт. Телевизор работает очень шустро. Качество изображения. Функциональность. Хорошая детализация. Хороший звук. Телефон и игровая приставка подключаются без проблем.
Возможно, вы стали владельцем данного телевизора и захотите поделиться в комментариях своим мнением об этой модели с нашими зрителями. Напоминаю, ссылки на магазины с лучшими ценами вы найдете в описании под видео. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также включайте колокольчик. Всем пока!